Я вам постараюсь все рассказать, раз вам интересно. Что знаю? Вернее, что вспомню сейчас. Только меня не снимайте. Кто я такой? Ну, ученик его, ну, помощник. Ну, дружили лет 30. Человек он вполне обыкновенный, только очень яркий, талантливый, энергичный. Таких мало, а если и есть, то мы разучились их замечать. Вот, посмотрите лучше. Это, конечно, съемки любительские. Вас и качество, наверное, не устроит. Вся жизнь Якова Евсеевича Гегузина связана с Харьковским университетом. Он здесь учился, работал, а в 1964 году основал кафедру физики кристаллов. Он не академик. У него никогда не было высоких правительственных наград. Но официальное признание, конечно, неадекватно его огромному вкладу в науку. Научных статей около 400. У нас и за рубежом издано. 5 монографий, 4 научно-популярных книги. Сотрудничает в нескольких редколлегиях наших и зарубежных металлургических журналов. Гегузин – один из 4 мировых имен, создателей науки о физике спекания. А это основа технологии порошковой металлургии. Яков Евсеевич – человек увлекающийся. У него есть работы по радиационной физике, по физхимии, катализу. Яков Евсеевич… Ну вот, так и знал. Сейчас порвется. Смотри-ка, проскочила. Хорошо. Галстук он никогда не носил, только если нужно сфотографироваться для официальных документов. Очень подвижный. Вот идешь с ним по улице, разговариваешь, он раза 3 вокруг тебя обежит. Ему двигаться нужно. То вдруг подпрыгнет и с ветки оторвет листочек. Солидный человек, профессор, уже седина, а он прыгает, срывает листочек. К нам на кафедру всегда был конкурс. Желающих всегда больше, чем мы могли взять. Человек зажег когда-то огонь, и его поддерживает.